Герою России посвящается. В Славянском районе прошел слет военно-патриотических клубов и объединений памяти Героя России генерала Геннадия Трошева. Сегодня победители муниципального этапа соревнований отправились в Темрюк, чтобы представлять наш район на зональном этапе военно-патриотических состязаний. Кто туда поехал, одними из первых узнали наши корреспонденты. Слет военно-патриотических клубов «К защите Родины готов», посвященный памяти генерала Геннадия Николаевича Трошева, в нашем районе проводится не первый год. В муниципальном этапе соревнований приняли участие 5 команд из 3-й, 16-й, 17-й, 18-й школ и команда военно-патриотического клуба «Будущий воин» станицы Петровской. С приветственными словами к участникам военно-патриотического слета обратились почетные гости. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка, начальник автошколы ДОСА Александр Линцов и руководитель Славянского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» полковник в отставке Александр Пантелеев, пожелав им стать лучшими и достойно представлять район на зональном этапе соревнований. Этот год памятен тем, что мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения нашего Краснодарского края, в том числе и Славянского района, от немецко-фашистских захватчиков. И вот занимаясь этой патриотической работой, вы вносите вклад в память той победы, которую одержали наши деды, прадеды. Они верили в наше светлое будущее, чтобы мы вот так вот с вами собирались на муниципальных этапах, чтобы растили детей, чтобы жизнь была мирной и красивой. Я хочу пожелать вам всем сегодня хороших результатов по военно-прикладным видам спорта. Уверен, что победит сильнейший. Программа проведения соревнований, как всегда, была насыщенной. Первым этапом слета стал конкурс строя и песни. Статен в строю, силен в бою. Песню запевай! Зеленою весной, под старою сосной, с любимой Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит. Также команды участвовали в военизированной эстафете разборки, сборки автомата, метании гранаты и многих других. По итогам состязания лучшими в командном зачете стали петровчане из военно-патриотического клуба «Будущий воин». Именно они сегодня отправились защищать Славянский район на зональном этапе соревнований в городе Темрюк. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».